Доброго времени суток. С вами Сергей. Сегодня у нас 13 октября на дворе. И я приступаю к первой посадке осенней двухлетних сеянцев сибирского кедра. Сегодня партия в 50 штук будет высажена. Приступаю к посеву. Кстати, это сибирские кедры с партии, которую мне выслал Дениска. Дениска, с благодарностью. И обязательная процедура. Примять ногами землю. Готово! Сегодня у нас 14 октября. Переместился я вблизи реки Невенка, сажаю. Так вот кедрики выглядят. Здесь я сажаю метров от 3 до 5. Здесь все равно им надо кверх тянуться. Выбираю также низкотравье. Низкотравье. Ну и чтобы были вот такие вот световые промежутки, чтобы было куда кроне развиваться. Ну и как всегда, суточный объем 50 кедриков. Сегодня у нас 15 октября, третий день посадки, третья партия по 50. Сегодняшний день будет уже высажена. Общий итог 150 кедриков. Перебрался я в смешанный лес. Смешанный лес. Здесь когда-то выпиливался ельник и преобразует больше ольхи. Вот здесь кедричек посажен. Ну, а вот этот объем мне сегодня предстоит высадить. Посмотрите, какая могучая ель. Они тут попадаются на расстоянии метров 200 друг от друга. Это называется грамотная рубка. Когда-то старики лес рубили в этих местах. Они оставляли всегда вот такие елки. Это елки были детородные. Они как раз все засеяли. После того, как вот первая партия, вот старики, так скажем, в этих местах рубили лес. Это довоенные рубки, послевоенные. Здесь уже второй слой выпилен. И вот он выборочно выпилен. Вот так уже получился, что лес уже смешанный. А теперь рядом с этой могучей елочкой будет расти кедрик. Еще один кедрик посадил. И хочу вам здесь показать. Какой гигантский кап, смотрите. Вроде кап, не сувель. Таких редко, когда увидишь. За сегодня мне уже попадается такой гигантский второй. Сейчас я вышел в деляночку. Здесь такая трава высокая. Не очень подходящее место для посадки, но парочку я посадил в старые пни, которые уже внутри дупловина сгнили. И вот один кедр посадил я вот так вот. Это заросший муравейник. Тут как раз какой-то зверек копал его. И я вот его сюда как раз и посадил. А так вот елочки оставлены, да, с шишками вон наверху. Но за счет того, что трава высокая, густая, мало тут посева пробилось. Таким вот образом выглядит посадка в пень. Вот так как я внутрь набил земли, посадил кедрик и при помощи лапника притянил. Здесь вот то же самое еще место, где высокая трава. Но при таком образе посадки, я думаю, кедрик пробьется. Сегодня у нас 19 октября, и я приступаю к высеву первой партии кедрового
ореха в 22-м году. Так, сею плотненько. Готово. В покрышку от трактора Белоруса входит целый килограмм. Забыл вам сказать, что перед посадкой обязательно минут на 20 замочить в растворе марганцовки. Глубина посева 2 сантиметра. Сегодня у нас 20 октября. Погода сегодня мелкая изморозь. Временами сильный ветер. Я сегодня перебрался в другую сторону деревни. Ушел тоже на приличное расстояние. Ну и вот сегодняшняя партия кедриков. А вот здесь все елки у меня семена лиственницы. Сегодня тоже буду высеивать. Посадил я еще одного кедреныша. Так, ну и вот, как всегда, я без тяги домой не прихожу. Сегодня у нас 21 октября. Я приступаю к 5-й партии посадки сибирского кедра, количество 50 штук. Общая посадка на сегодняшний день составит 250 кедриков. Сегодня у нас 12 ноября. И мы заканчиваем наш сезон 22 года посадок кедров. Последнюю партию из 50 штук мы высаживаем уже в Ленинградской области, в Бокситогорском районе, в окрестностях города Пикалево. Мы сами с этого города. И сегодня мы заканчиваем посадку. Сегодня, конечно, дождь и ветер, но ничего страшного, нас это не останавливает. Так, и я хочу с вами обсудить маленькую тему. Вот я стараюсь, сажаю. Вот смотрите. Вот эти маленькие сеянцы, вот мы его посадили, да? Вот он, малыш. Он растет первые лет 8-10, он себе ростит корневую систему. Рост поверхностный у него довольно маленький. В 8-летнем возрасте он высоту достигает 35 сантиметров, извиняюсь. И в лесу его, конечно, очень будет тяжело найти. Это я говорю для тех любителей, кто потом захочет выкопать. Не надо его копать, потому что у него корневая система будет гораздо шире, чем... О, ветерочек пошел. Гораздо шире, чем ствол. И вам все равно будет не выкопать такой объем корней, и вы просто погубите саженец. Это уже саженец называется. Сейчас мы сеянца сажаем, а после того, как посадить и выкопать, это уже называется саженец. Так, начинаем. Бесполезное занятие. А вот сейчас, в данный момент, новый кедрик, ну никак, вот его мхом затянуло, ну никак вы не разглядите. Его очертания, это пятиигольчатая хвоя в пучке в 5 игл, оно будет проявляться как раз где-то лет 8. Конечно же, вам на халяву захочется выкопать, но не стоит этого делать. Вы просто погубите кедр. Кедр, он и так очень довольно прихотливо приживается. Я, допустим, сажаю в горшки на полив, но я пересаживал годовалые сеянцы. 10% погибает из пересаженного. Так что поберегите свои силы и мои труды. Не надо выкапывать. Если нужны сеянцы, обращайтесь всегда ко мне. Так, ну а мы пойдем дальше сажать. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш ролик посадки 22 года. До свидания. С вами была семья Мачневых.
Так, смотрите. 12 ноября, а мы еще и за грибами пришли.